Техника, реагенты и люди должны быть готовы к борьбе со льдом. В связи с сильным похолоданием после оттепели в администрации города провели оперативные совещания с подрядчиками по содержанию дорог и тротуаров города. В частности, речь шла об алгоритме работы бригад, которые в ночь на 7 марта должны обеспечить безопасное передвижение по городу как машин, так и пешеходов. Техника, рассыпающая противогололедные реагенты, обязана обезопасить в первую очередь все горки и основные магистрали. Во внимание попадают особо загруженные тротуары, а также лестницы, спуски и подъемы на них. Все работы должны стартовать уже вечером. По информации Управления гражданской защиты, в ночь на 7 марта в Кирове ожидается резкое понижение температуры. Ночью она может опуститься и до минус 21 градуса. На дорогах возможен накат и гололедица.